25 апреля, в день рождения просветителя Ивана Яковлева, республика отметит День чувашского языка. К этой дате Государственный совет проводит благотворительную акцию «Подари ребенку книгу на чувашском языке». Первыми новые книжки получили ученики Кшаушской школы Чебоксарского района. В актовом зале Кшаушской школы 5- и 6-классники. Как и положено подросткам, они любят играть в компьютерные игры и смотреть видео на Ютубе. Однако книги их тоже увлекают, особенно если с красивыми картинками и захватывающим сюжетом. Мне нравится читать про приключения. Я люблю читать фантастику. Пока книжные герои совершают подвиги, юные читатели развивают воображение и память, расширяют кругозор. Мы понимаем, как правильно писать слова. Теперь библиотека Кшаушской школы пополнится новыми книгами. Инициатором выступила председатель парламента Альбина Егорова. Она рассказывает, в ее детстве книги были дорогие, и читать она ходила к родным, чей достаток позволял пополнять библиотеку. Эта акция очень нужна прежде всего тем ребяткам, которые начинают читать, начинают общаться с книгами, изучают. Чаще бывает, что в семье все-таки родители знают чувашский язык, а дети не знают. Но нам хотелось, чтобы значимость чувашского языка она не терялась. Акция продлится до 25 апреля. Книги на родном языке получат школы в каждом районе. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.